В продолжении темы. В преддверии 75-летия в районе Теренколь стартовал онлайн-конкурс рисунков «Салют Победа». Школьники изображают героев в моменты боев, отважных солдат, и у каждого на это свое видение. Карина Крафт – неоднократный победитель различных художественных конкурсов, а рисование – это ее хобби. Ко Дню Победы семиклассница решила поучаствовать и в районном этапе. Свою картину Карина не срисовала, как порой это бывает, а изобразила то, что, по ее мнению, напоминает о том времени. Я рисовала гвардию, красное знамя и написала надпись «Слава советским ракетчикам и зенитчикам», потому что это герои Великой Отечественной войны. Конкурс начался 15 апреля и продлится до 24 числа. Предугадать результаты невозможно. Радует одно, что подрастающее поколение не забывает о Великой Победе. Валерия Степчук, Ертасахпарат.